как научиться красиво рисовать в технике мехенди, чтобы рисунки держались долго, а цвет был насыщенным и ярким. Об этом химчанам на очередном мастер-классе рассказала специалист по росписи хной Алина Шамсиева. Мастер по древнему восточному искусству рассказала горожанам, как в домашних условиях приготовить пасту для рисования и научила делать ровные рисунки. У вас должна быть опора. То есть у вас не получится ровно, нет. Вы поставите кисть, да, вот так, конус ровно. Вот. И тяните. И тогда у вас получится ровная линия. Если вы будете упираться конусом в бумагу и нажимать, у вас хна растечется вокруг кончика конуса и получится вот эта линия. Вот, правильно, да. Она у вас получится ровно. Интеллектуальные, творческие и спортивные мастер-классы в Химках проходят постоянно. Выбрать интересный для себя может любой желающий в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.